сложно сейчас конкурировать с социальными сетями, то, что в режиме нон-стоп. И журнал, который выходит через месяц, уже когда вся информация, так скажем, отражена в социальных сетях, ну, очень сложно конкурировать. Вот благодаря форуму, я думаю, что мы держимся на плаву. Так как для меня это очень большой опыт, и для меня вот выступления спикеров очень важны, потому что они выдвигают актуальные темы современного, проблемы современного телевидения, также продвижение социальных сетей, это для нас очень как раз актуально. Мне очень понравилось выступление спикеров о том, как продвигать TikTok, социальные сети, а также проблемы современного телевидения. Так как в последнее время мало уделяется внимания региональным СМИ, для меня было очень важно услышать мнение больших экспертов о том, как решать вот эти актуальные проблемы на сегодняшний день. Но в этом году форум, конечно, отличается от прошлых годов. Уже нет вот какой-то, из-за пандемии нет праздничного торжественного открытия, закрытое. Но он достаточно камерно в этом году. Но программа, в общем-то, насыщенная. И то, зачем я приезжаю, я сюда получаю новые какие-то эмоции, обмен опытом. Ну, может быть, на себя со стороны посмотреть, на то, что мы делаем. Мне больше интересно, наверное, практику посмотреть. Это вот встречи. Ежегодно выступает главный редактор «Аргументов и фактов» Руслан Новиков, Сунгоркин с «Комсомольской правды». Вот мне опыт их более интересен, потому что у них издательские дома. Сделали небольшие подарки к нашей пресс-конференции, которую мы проводим к объявлению конкурса. Коллегам, которые вот пришли к нам, мы решили подарить как напоминание о нашем портале часы. Принять участие в нашем конкурсе очень просто. Нужно зайти на портал хранителей родины.рф, нажать на кнопочку «Добро пожаловать» и загрузить свою работу. Текст и минимум 5 фотографий. Это конкурс для журналистов. Он, как следует из названия «Добро пожаловать», он о гостеприимстве, о том, что в России гость всегда самый главный человек. И мы хотим предложить журналистам пригласить гостей к себе в регион. Не обязательно в областной центр, это может быть небольшой город, село. У нас очень большая, красивая страна, и мы это видим, и мы хотим рассказать о всех интересных местах, куда можно приехать и просто провести выходные со своими друзьями и семьей. Форум безумно интересно, особенно интересно та часть, которая рассказывает о правозащитной деятельности. Время диктует свои какие-то, да, то есть инициативы, вносит свои коррективы, да, то есть очень отрадно, что Союз журналистов России все эти тенденции учитывает, да, потому что нам важно, что происходит в нашей среде. Мы видим, что мы подвержены и тем влиянием, которое мы не ожидали, это коронавирус. Да? В условиях коронавируса наша работа кардинально меняется. Да? То есть мы понимаем, что мы уже должны приспосабливаться, работать вот в совсем других реалиях, в новых средах. Да? То есть вот, это новые постановки задач, да? То есть это новое, это другое уже отношение к коллективной работе. Да? То есть это очень важно.